2 ноября в Каспийске на территории бульвара имени Абдуллаева, улицы Хизроева и Сулеймана Стальского прошел общегородской субботник. Организаторами выступили Управление культуры совместно с «Зеленым городом». С самого утра, вооружившись инвентарем, муниципальные служащие и неравнодушные каспичане очищали общественное пространство от мусора. Отметим, что значительную работу выполнили волонтеры города. Этот субботник имеет особое значение. Мы обустраиваем сад памяти, посвященный всем, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Наша команда волонтеров с большим энтузиазмом приняли участие в этой работе. Ребята вскопали и облагородили территорию. Вокруг памятников собрали упавшиеся листья, покрасили деревья и многое другое. Ведь основная цель субботника – это сохранение памятных мест, которые напоминают нам о единстве и важности сохранения мира. Волонтеры – это не просто помощь и поддержка. Это люди, для которых важно оставить след, улучшить свое окружение и внести личный вклад в историю. Мы высаживаем деревья и цветы, наводим порядок на аллеях, чтобы сделать это место уютным и значимым для каждого жителя города Каспийск. Власти Каспийска уделяют большое внимание порядку и чистоте в городе, в связи с чем субботники здесь проходят на регулярной основе.